Финал четырех – это что-то особенное. Пусть вас не смущает, что для ЦСКА это 17-й выход в решающую стадию за 18 лет. И так не делал ни один клуб в истории Евролиги. Каждый раз за этим стоит огромная работа, сотни часов тренировок, травм. Я рад, что у меня будет возможность прожить эти эмоции и атмосферу вместе с командой. Мы проделали большую работу, чтобы попасть в Кёльн. Это будет зрелищное сражение. Я уверен, что мы заслуживаем победы. Главное, что я ожидаю от финала четырех, это, конечно, победы нашей команды. Меня зовут Андрей Лопатин, я играю за ЦСКА Москва, и это мой первый финал четырех.